ну, буквально совсем недавно, 14 августа 2002 года, в Италии молодая мама подала в суд на мужа. Он без ее ведома дал новорожденному ребенку имя скаковой лошади. Пока мать была в роддоме, он сходил в ЗАГС и зарегистрировал сына как Варенне Джампаоло. Именем Варенне Виталий зовут скакуна, который считается в стране чуть ли не национальным героем. Вот такой фокус-фокус. Ну вот, как бы, есть немножко времени, можно и анекдоты на лошадиную тему. Представление в цирке. На афише огромными буквами написано: «Только в нашем цирке говорящая лошадь». На арену выводит дряхлую клячу, у нее не хватает зубов, она хромает, шкуры местами содраны, ее поднимают на канате под купол. Директор цирка поднимается наверх и огромными ножницами перерезает канат. Лошадь с жутким грохотом падает на сцену. В зале тишина. Лошадь поднимает голову и произносит: «Блин, когда я уже сдохну». Папа с сыном гуляет по зоопарку. Папа, смотри, милированная лошадь. Это твоя мама милированная лошадь, а это зебра. Ветеринар учит помощника, как надо лошади давать слабительное. Берешь вот эту трубочку, засовываешь наполовину в рот, закладываешь таблетку пургена и дуешь. Понял? Понял. Ну иди сделай. Через час, пошатываясь, появляется помощник. Ну что, дал? Не успел. Лошадь дунула первой. Девушка, вы в год какого зверя родились? В год овцы. Надо же, а выглядите как год лошади. Девушки, помните, что чтобы доказать свое отличие от лошади, совсем не обязательно курить. Достаточно немного косметики. Вот рок против наркотиков — это то же самое, что лошади против овца или арабы против терроризма. Вот, к примеру, капля никотина убивает лошадь, а кружка кофе — клавиатуру. Почему у топ-моделей IQ все же должен быть немного больше, чем у лошади? Ответ. Для того, чтобы мы на подиуме не какали. Прочитав анекдоты о себе в интернете, Ксения Собчак решила начать курить, чтобы убить в себе лошадь. Мужики, а у меня лошадь пала. Как? Ну, низко пала. Курит, пьет, коней навела. Приходит пьяный мужик домой, жена говорит: «Ты где шлялся, скотина?» Вот не поверишь, иду, и вдруг из угла машина вылетает и на меня. Очнулся, а тут на меня лошади, бац копытом в лоб. Через 15 минут стою, а тут самолет, крылом, бабах. Да ври ты больше, не веришь? Спроси у карусельщика. Урок биологии. Страусы несут яйца, бегают быстрее лошади, а в случае опасности закапывают голову в песок. Сидоров, ты там чем занимаешься? Вас слушаю, Марья Ивановна. Тогда повтори, что я сказала. Ну, страусы закапывают в песок по самые яйца. И если на эти яйца наступить, то и на лошади фиг смотаешься.
Ну, значит так, мужички. Берегитесь козла спереди, лошадь сзади бойтесь, а жену сверху, чтобы на шею не села. Ну, вот такие анекдоты на сегодня.